Привет, меня зовут Зитули Ахмад, а это моя картина Emotions. Здесь все эмоции, когда-либо открыты учеными, изображены в виде животных. Например, эмоция счастья изображена в виде гибрида котика и тюленя, а эмоция радость изображена в виде ската, эмоция злость в виде мифического дракона, эмоция страх в виде удильщика, эмоция ярость в виде медвежьего макака, эмоция недоумения в виде рыбьей капли, эмоция грусть в виде кашалота, эмоция удивления в виде рыбы фуги, эмоция истерия в виде гориллы, эмоция гнев, я и сам даже не знаю, что это такое. Все это было нарисовано в графическом планшете и распечатано.